вообще половина съемки уже прошло, но думаю, могу поспать еще часик-другой. А, ты же еще не знаешь. Пупсика, ты моя модель сегодня. Вообще-то многие мечтают попасть ко мне в студию. Я достаточно известный фотограф. Знали бы они, что их ждет. Так что ты мой маленький счастливчик. Я думаю, ты уже заметил тяжесть в конечности. Ударь меня. А, не получилось. Но я надеюсь, ты будешь мне хорошо позировать. Ты ведь не хочешь опозориться перед самым лучшим фотографом, правда? Просто получай удовольствие. Это же весело. Но не шали, иначе придется тебя наказать. Ну что, сделаем пару тестовых снимков. Нет, это никуда не годится. Посмотри в камеру. Ну вот. Можешь и когда хочешь. Знаешь, у тебя очень красивое лицо. Такие острые скулы. Такие глаза. На, возьми. Сожми в кулаке. Так, прислони к шее. Замри. Знаешь, ты отлично справляешься. Могло бы быть очень большое будущее. Я тебя сразу заприметила. Давай еще несколько. Вот так. Давай более раскрепощенно. Идеально. Поверь, эти снимки увидят много людей. Влиятельных людей. Ты бы знал, что мне иногда заказывают. Мне иногда кажется, что люди намного отвратительнее, извращеннее животных. Но я не такая, как они, я просто зарабатываю деньги на жизнь. Хотя приходилось делать всякое. Но зато я на вершине, у меня нет конкурентов. Я считаю, это главное. Если ты хочешь быть лучшим, тебе придется переступать через свои принципы. В таких делах никому не нужны неженки. Нужно быть закаленным. Когда-то у меня не было ни гроша в кармане, но мой талант заметил один человек и показал меня нужным людям. Если тебе интересно, то за пару экстравагантных съемок я могу позволить себе неплохую машину. Знаешь, нас с тобой сегодня ждет еще одна съемка. Просто расслабься и будет не больно.